Мою свадьбу будет вести Галкин. Николай Басков всегда в центре внимания. Про золотой голос уже сказано немало, но Коля умеет не только петь, но и удивлять, и даже шокировать. Одно только видео с Филиппом Киркоровым на песне «Ибица» чего стоит. А еще Николай Басков, как никто, умеет смеяться над собой. И делает это филигранно. Может рассмешить публику не хуже, чем юный юморист. Ну и, конечно, Коля умеет интриговать. Многим не дает покоя личная жизнь Баскова. Когда же, наконец, женится артист? Не могу не спросить о Виктории Лопыревой. Все-таки вы к свадьбе готовились, а потом вдруг внезапно расстались. И сразу случился скандал с ее беременностью. Якобы с тем, что она увела мужчину из другой семьи. Все, что было между нами, это было в реальности. Все остальное – это ее личная жизнь. Ситуация тут не такая простая, как кому-то может показаться. Сейчас все на Викторию налетели. Каждый хочет свое мнение высказать. Но мало кто думает о том, что там столько нюансов, которые я бы не хотел сейчас обсуждать. Скажу лишь, что у Виктории своя личная жизнь, а у меня теперь своя. Но многие же уверены, что никакого романа у вас не было, что это все на публике, для прикрытия. Да, ваши же коллеги все это и пишут. Если всему верить, то получается, что у артистов все увлечения для прикрытия. Непонятно чего. Это прикрытие то и для того, чтобы фильм лучше смотрели. А эти вместе, потому что он ее продюсер. Как будто мы все бесполые, не можем просто полюбить, не можем заниматься сексом и так далее. Я оправдываться не буду, но спросите, например, мою бывшую девушку, Настю Волочкову, как мы с ней на Мальдивах отрывались, и все вопросы сразу отпадут. Так что же теперь вопрос с женитьбой закрыт? Мне Павел Глоба сказал, что после 42 лет я найду свое счастье. У меня сейчас как раз этот возраст. Кстати, вы заметили, все, с кем я расстаюсь, сразу после меня удачно выходят замуж или внезапно беременеют. Надеюсь, что я все же найду свое счастье. Это должно быть не просто какое-то химическое увлечение, это должен быть родной человек. При этом моя будущая супруга должна понимать, что я артист, что мне нужны заботы, внимание, понимание. То есть это не так все просто, быть моей женой. Я не бедный артист, вы же понимаете. Может быть, женюсь вообще на иностранке, которая не знает, кто такой Николай Басков. Ну а когда дело дойдет до свадьбы, какой она будет, тайной и скромной? Как вы себе это представляете? Свадьба Баскова и скромная, вы где такое видели? У меня половина друзей обидится. Я думаю, что мою свадьбу будут транслировать в прямом эфире на федеральном канале. А кто ее будет вести? Филипп Киркоров? Нет, мне уже пообещал Максим Галкин.